Всем привет! Воюем сегодня против мастерская. Утро. Осталось две цели. Давайте возьмем эту. И... ну и шотнем ее. Возьмем простую команду сюда. Проверенную. Так, вроде все нормально. Наша цель быстренько шотнуть Альфрику с Окторосом, а с этим... ну, ладно, с этим разберемся. Или грим было взять сюда. Есть здоровье для каждого союзника. Здоровье, да? Исчезает, это впитает. А он урона вообще никакого не наносит. Урона нет никакого, просто тупо дает этих. Давайте возьмем гримбла на всякий. Ой, гримбла. Ну, по сути, он и есть гримбл. Нет, гармек. Все, давайте, поехали. Роль одна и та же. Воюем против Анны и имеем... пока разбросанные камушки на поле. Ну, что-то я не вижу со старта желтых. Зеленый вижу собрать. Красный можно собрать, да? Давайте из красных собирать, наверное. Тут троечку собрали красных и зеленых. Но желтые одни могу собрать. Это плохо. Давайте покрутим. Так, где крутить будем? Блин, сопли лезут. Так, где же будем крутить? А если я вот тут сдвину вправо, у меня поднимется желтый, но это Альфрика зарядится, скорее всего. Это будет уже поздно. Но давайте вот так попробуем вот так вот. Вот так попробуем. И шанс на то, чтобы Альфрика не ультанула в Токсикандру. Блин. Продолжаем. Какой еще есть какие варианты? Красный сдвинуть. Да, что-нибудь нам? Красный сдвину. Красный сдвину. Ну, такое себе, да, не сильно.
А если Вольфрику прокинуть по центру? Тоже фигня. Давайте так, рискнем. О, смотрите, мне повезло вообще, капец. Да, повезло мне. Теперь Хейма вынести надо бы. Все, Хейма шотнули. И давайте в него бабахнем. Соберем красные. Как раз сейчас ультанет этот чувачок. Мы отхилимся. Миньонов, точнее, отхилим. О, смотрите, все мимо. Это вообще... Это вот прям сегодня первый бой. И он прям максимально удачливый. По 230. Ну да, 800. Ого, 700. 800. Короче, без толку отхиливать. Их без толку отхиливать. Надо заряжаться. Сейчас Микки будет ультовать у нас. У нас какая-то основа билиберда на поле. Еще зелененький. Так. Токси придержим. Вдруг нам еще один раз фартанет, и мы не заблочимся. Мы не заблочились. Угу. Делаем так. Снимаем грязь. Снимаем миньонов. Хотя можно было сквозь миньона пробить бы. Что-то я тут поторопился. Тут мы убьем его, чтобы еще собрать. Все, сделали. Так, добивчик. Пойдем на добивчик. Пойдем на добивчик. Снова возьмем Гримбла, наверное. Юнан у нас, да, тут. Фрейя, Юнан. Значит, надо чистку взять. Вот так, чистку возьмем. Ригарда взять. Давайте на фиолетовых сыграем. Команда тут не сильная. Кто-то тут сумел проиграть. Какую-нибудь нейтральную команду возьмем. Возьмем, давайте, Гримблас. Ой, Гримбла. Ну пусть он Гримбл будет, какая разница, как его называть. Вот так возьмем. Так возьмем, да? Будем кушать потом туда же. А ну а давайте сыграем. Полностью на красных. Конечно, что-то такая себе идея. Ну-ка проверим. Оверхилл нам не страшен. Нам Гивьон страшна, который будет по нам, по этим дохлякам, коленам лупить. Расставим отряды. А, тот ему не нужен. Тут лучше большой отряд. Тут 17-й. Тут у нас с эмкой. У нас без эмки. Ему, наверное, не хватит, да? Дай ему 11-й. Я правильно расставил или неправильно? У Калинов что там по эмкам? Калины с эмками. Вот что-то я не помню. Давайте лучше Калину единичку дадим. Вот так вот. А сюда 23-й. 17-й, 11-й. Тогда сюда 17-й. Тут по 5.
5. А, ну нам надо 9 маны же. 9 маны. Одиннадцатые отряды дают сколько? 9 маны. У нас получается 5. Костюм дает 5, уже 10. Значит, нам хватает. Вот сейчас считаем 5. Костюм дал. И 5 отряд дал. Значит, нам хватает. Значит, 17-й сюда идет. Все правильно. Такая команда смешная. Давайте крутанем, наверное. Сначала с синих. Угу. Все, мы свой хил набрали. А урон не набрали. Урон мы не набрали. Все, заряжаем наших чувачков. Блин, да что ты будешь делать? Не убьем миньонов. Ну, одного понятно было. Раз. 420. Блин, слабенько вышло. По 420. И просто нейтральный ход сделать. А, тут она будет сейчас еще оверхилить. Ну, значит, добиваем тогда. Добиваем, Рафу оставляем пока. Все, срез дает. Сейчас, ну, о, хорошо. Нет, не хорошо. Ладно, сейчас отхилимся. Нам подождать три хода. Три хода это много. Тогда мы будем в нее запуливать. Будем запуливать. Вот так вот. Все, запулили. Рафа у нас пока. Можно еще раз сверху рафу. И поехали еще раз. Все. Все, мы тут разобрались. И нас просил в личке Тасика ударить. Тазика, сейчас погодите. Ну, у Тазика не по хардкору тут немного. Тазика. Ну да, созвучно с Тазиком. Я тут видел тут такой хардкор, я хочу сюда сходить. Я хочу сходить на такой хардкор. Это вообще, короче, жесть лютая. Тут надо вообще убойку брать жесткую. Жесткую прям. Ну давайте ее и возьмем. Возьмем тут пожестим немного. Пожестим. И кабана возьмем. Кабана на оверхилл. Здесь поменьше отряды, здесь побольше, здесь побольше. Ну, я такой командой на турнире играл, пока камушки кончились. Не кончились. Тут, да, тут все 30 отрядов фиолетовые. Прям, чувак, прям мощно задонатил. Мощнецкий.
Колё, кстати, тоже такой вредный. Пару раз попался мне на турнире. Блин, мучился с ним. Все, поехали, пробуем. Ну, камушка нам желтого. Ой, желтого, зеленого. Так, первый стартовый зеленый есть камушек. Есть чем закрыться, короче. Красные есть. Давайте с красных начнем. Ну, Калён нам не страшен. У него ульта первая слабенькая. Пока все живые. Так, а тут... А вот и начались наши камушки. Ну, пусть Калё ультанет. И я думаю, тут не полетит или полетит. А вдруг полетит? Сколько у него ходов? Три хода. Ну, мы давайте лучше закроемся. Страшно? Давайте закроемся. Мы тут не сможем угадать, когда у нас полетит. Ну и сейчас зарядится у нас это дяденька. Сейчас мы этого дяденьку сразу... как мы дяденьку будем пробивать? Мы дяденьку, наверное, фогом? Нет, дяденьку фогом Альфрик снять надо. Блин, а если мы фогом лупанем, мы не уберем одну из Альфрик. Ой, там этот хрен будет потом. Ну да. Чувствую, надо будет в два тапка ходить сюда. А мы его не добьем, желтыми. Давайте попробуем. Все равно сейчас будет принимать. Ох, он выдержит. Нет, он не выдержал. Что-то он, короче, один раз единичка была при второй ульте. А нам надо колё выносить, потому что он сейчас будет фигачить. Да, колё выносим, потому что там у нас есть эти камушки. Вот так вот. И в колё забросим. И нам бы, вот, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой, Альфрика ультует. Блин, она сейчас будет безустанно же молотить, да? Чё, выйти? Выйти или остаться? Как этот в Ягре? Что-то там сохрани, но останься. Так, по-моему, песня поется. Да, но Альфрика может заблочить всех. А мамка может поднять всех, да? То есть Альфрика ультанет, и мне тут вообще делать нечего. И она еще 4 хода будет ультовать. То есть это, короче, если она сейчас ультанет, это все бестолку будет. Я на 3 хода встану, потом я не смогу 3 хода прождать. Короче, я выхожу. Осознанно выходим и пойдем добивать. Так, чем добивать будем? У нас сколько-то 3 тапка осталось, да? 3 тапочка. Осталось 3 тапочка. Давайте сходим, пинги возьмем. Раздадим там по щам. Пинги возьмем. У нас это хорошие. Возьмем вот так вот.
Возьмем, кого еще сюда можно взять? Хил один есть. Нур хочу взять. Нур возьмем для миньонов. О, можно взять Машку сюда. И хила давайте возьмем на всякий. А съема нет у нас, да? Съема нет. Съем возьмем. Такой вот у нас команда. Поехали. А, ну да, там было рисково оставаться. Блин, а камушек-то под Альфрикой зачем-то? Вот, все, камушек нашли. Альфрику вынесем. Мамка там в стоп ушла. Так, не добили, это хорошо, это хорошо. Так, где еще камушек поискать нам нужные? Вот здесь поищем, давайте. Камушек, камушек, ты мне очень нужен. Надо собирать эту троечку. Ух, мамка сейчас будет раздавать. Синий соберем и будем смотреть, кто кого она поднимет. И всех подняла! Нет, не всех, слава богу. Мамка сам сопротивляется, собака. Фу, хорошо, что она не всех подняла. Это был бы вообще трешак. Это был бы, кстати, у нас у вас раньше играл Мурзик. И там, ему, видимо, надоело играть. И потом под Мурзиком играл наш игрок Альбина. Альбина же, или я путаю? Ну, в общем, этот аккаунт, на то время мы были в топ 100-500 поднимались, ну, топ 300, наверное, играли. И тот аккаунт был вообще такой зверский для нас. Там все отряды 30-е были, герои на то время адовые были. Да, но сейчас смотрю, Мурзика нет у вас, видимо, он вообще перестал играть. Нет, Алька. Алька, как ее полное имя? Альбина, наверное, да? Я ничего не путаю. Что-то с утра голова не работает. Так, тазик говорит, да, сходить на него, на тазика. У нас еще один таунт есть. Вот сюда таунт брать. Таунта надо брать вообще-то на Альфрик. Нафига нам на тазика идти? Таун там, да? Сюда можно сходить желтыми. Желтыми сюда. Так, это нам 19-й, 23-й. А сюда мы пойдем. Рейну нам надо чистку взять.
Надо взять чистку. Ригарда возьмем, да? Где он? Одного я потратил, Ригарда. Второй есть. Типа так вот. Ну да. Кстати, колё тут будет плохо на плече смотреться, если я сейчас Рейной протравлю Людвига. И потом Таун будет вешаться на колё. И по сути пофигу на пня, потому что, ну ладно, пень там ультанет, застопит меня. Я смогу бесконечно ультовать в колё, и он будет бесконечно вешать таунт. А я у него в Рейну запулю, и он тоже будет травиться. Да, вот такая вот. Лучше ему в углу будет-то быть здесь. Давайте попробуем. Поехали. В одного хила. Одного хила. Тасик. Тасик. Так, на Тасика нам раздали. Ну, нам раздали наши 6 камней фиолетовых раздали. Давайте собирать их. Желтые я не вижу. Раз. Если я вертикально соберу вправо, зеленый поедет наверх, он что-нибудь там соберет у меня? Зеленый поедет вот наверх аж. Нет, ничего не соберет. Этого мы убьем сразу. Ну, как я говорил, давайте так и действовать. Бабахнем, и пусть он, дядька, травится. Нам надо собрать наши теперь желтенькие. Теперь можно крутить прям. Можно прям в колё сейчас крутануть. Не страшно вообще. В колё крутанем. Раз, желтенький. Ох, как тут полетело. И о, фиолетовые заново собрались. И снизу желтенький. Все нормально. Нам и пень, по сути, не страшен. Так, он яд застопил, да, гад? Яд застопил. Мы этого чудика убьем. Бьем в мамку. Мамку бьем. Опа. Опа. И теперь... ой, под стопом, да, оказались. Теперь мы вот так вот раз. Так, нам мамку нельзя убить, потому что колё будет резать. Колё будет... Блин, мамка сейчас сдохнет, да? Мамка сдохнет. 392, 386. Сдохнет мамка. Это сейчас будет таунт вешать, у него камни кожи еще одна. Ага. А ну давайте слепанем. Заслепим. Мамка, не умирай. Сейчас мамка умрет, наверное, и он будет ультовать за мамку, правильно? Вот так вот соберем камушек. А, ну нормально, нормально. Это нормально. Мы вот так вот. И троечку собрать. Давайте четверочку соберем сразу. А, нам ману порежут сейчас, что-то я тупанул. Ну, она нам порезали. Кого? Ригу соберем. Пиу-пиу-пиу-пиу. Так, еще рез будет, да? Нет, реза не было, видите, нормально. А камни кожи один, мы тогда просто делаем, мы тогда делаем, нам надо прибить его, да? Отдаем
справедливость. Четыре удара, елки-палки. Четыре удара. Я только один сделал. А сколько он раз будет ультовать? А, это его последний раз был. Он восстановит. А, еще два раза будет ультовать, сволочь. Но нам тогда вообще нет смысла это. А, и это будет ультовать. Блин, он же сейчас будет тут. А мы снимем с него баф. Да, мы баф сняли с него. Но он сейчас будет все в единичку. Все в единичку будет. Ну-ка пробуем. Да, знаете, что-то я прошляпил тут. У него сейчас, давайте ждать, пока он дотравится. Давайте аккуратненько вообще тут сдвинем, чтобы все подохли по центру. Блин, не надо, не надо, не надо. Все, стоп, 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 стоп. Надо полечиться. Блин, хорошо, что я это, я сюда закинул. Обалдеть. Нейтральный бы ход нам прокинуть надо. Вот так вот прокинем. Угу, пусть она режет. А, ну она сейчас будет ультовать как одна женщина, да? Иммунитет к урону яда, а он, получается, не травится этот чувачок не травится, да он? Нам тогда Рейну собирать надо. Яд, получается, идет с этой. От нее яд идет ему. Она сейчас еще один раз срежет ману. А я смогу? Ой, у меня порезано все. У меня все порезано. Давайте, может, я успею собрать фиолетовые. Успею? Нет, не успел. Блин. Смотрите, камушек жестко полетел. Пиздец. Блин, ребят, дичь какая-то. Блин, ребята, я что-то недооценил этого козла. Я забыл вообще про эту штуку. Я вообще забыл про эту кожу. Да все, я тут ничего не сделаю.
Ну, план был верный. Только я забыл про кожу и про то, что он яд снимает. А сейчас добьет меня, что у меня срез бешеный. Капец какой-то. Так, тут я попросила добить за меня. Я хочу сюда сходить. У меня еще есть один таунт. Жалко таунта отдавать. На добив. Мы возьмем сюда по хардкору. Такую команду возьмем. Чисто в ударку сыграем. Чисто в ударку. Тут кого брать? Барашку, что ли? Денра лучше. Сможем мы пробить такой командой? Он дает 34 атаки. Ну да, там появился второй, и неплохо бы и тут кабана второго под этот режим. Ну, Кара тут не выстоит против Эльфрика. Его оверхилом. А если оверхил взять, ну это вообще будет, наверное, смешно. Тройку. У нас только тройка же оверхил. Можно Ханитру взять, да? Попробовать. Ханитру возьму, вороты будут. Давайте ее попробуем. Она и не даст Альфрику. Блин, это хорошо, что желтые. Нам мне бы синие нужны. Оп, оп, все, все, вот, стоп, стоп, все, все, все не надо. Фух, а почему мне этот... он без эмки у меня. Вот гад, он, прикиньте, без эмки у меня. А я ему дал пятый отряд, ему надо было 11 давать. Да, лопухнулся. Ну, мы сначала Кары, нет, сначала мы Ханитру дадим, потом мы дадим Кару, чтобы Ханитра там накидывала Кару. Почему? Потому что, чтобы разгон для был для Грима. Теперь бьем Гримом. А мы Гримом... Мы где-то нанесем 500, ну где-то 600 нанесем. Вообще в мамку бить. Давайте Торном сначала ударим, да? Нам же главное мамку вынести. Торн, Шторн. Блин, рисковать не буду. Вот так вот сделаю. 488. Вынесем. Ох, ни хрена себе. Ну, такие приколюхи-то у нас. А у нас-то этот франк-то не зарядился из-за моей оплошности. Мы не пробили. А синих тут. Надо искать синие. Надо искать синие.
Все, смотрим новую роту теперь сколько, как она вообще работает. Ох, ни хрена себе, ребята. 2800. Он этот... Он, да, он в этом находится, в ступоре, но у него хпшек теперь и птички на жизнь. Блин, капец какой. Вот это имбища. Жесть, ребят. Капец. Ну, нам теперь вообще ничего не страшно. Давайте еще зарядимся. Да. Бахаем тут. Блин, сейчас у нас урон повышенный должен прийти. Ага, 600 ударили. Да, вот так вот можно сделать. А снялся баф? А, он уже этот сам себя снял. Это, конечно, ребят. Это была имба-связка. Хоть один раз жизни это Ханитра зарешала. Но в итоге, что я там настрелял? 218. Блин, как плохо настрелял. У нас что было? У нас был первый шот, да? Вот я Анну шотнул, многодетного добил. Доктор Вах... А, Вахли, но это был жесткий соп. Я там выходил, добивал. Потом я на тазика ходил. На тазика. Блин, конечно, Калева тут от мне... План был идеальный, но... Да, провтыкал. Если бы яд у него отравился бы, он бы сдох. Яд ожог. Вообще, яд-то это один из редких видов дота в игре. И именно почему-то яду дали первое место. Видимо, из-за Рейна, я думаю. А популярны же у нас, например, ожоги, вода, отравление водой, да, ну, Вэлла там, хотя Вэлла нет. Самое популярное это ожоги у нас. Все раздают, много раздают ожогов. Но почему-то дали яд первый. Вот такая вот. Ну, зато шотнул, вот этого топчика зашло прям вообще с двумя альфриками идеально. Потом, где там еще один? Вот этого. Ну, здесь немножко не это. Не успел, но тоже, скажем так, нормально зашло. Не 5 тапков мы там оставили. Нормально. Такую оборону я поставил. Пока был у меня один шот и один разбив. И пока все, ждем. Ну все, ждем окончания. Давайте посмотрим по тапкам. 98 у них. И у нас 106. О, ну мы пока впереди. Но это ничего не значит. Все, ждем окончания, потом вернемся. Ну вот и закончилась война. Мы победили. Победили с крупным счетом. Давайте посмотрим на лут. Ну, лут никакой. Что там у нас? Три шестишотника. То мощно. У них один шестишотник. Ну, мы, по-моему, с вами воевали уже. И, по-моему, тоже было на очень быстрой. По-моему, мы тоже вас там выиграли. Вот такие делишки. Все, всем пока.